Ты прости меня, отец, что нечасто мы встречались, что в терновый твой венец и мои вплелись печали, что в терновый твой венец и мои вплелись печали. Говорите, говорите, вся в цветах твоя могила, берегите, берегите то, что свято есть и было. Ты прости меня, отец, вряд ли я такой же буду, слыша тысячи сердец сотворять молитвы чудо. Это только ты умел так любить и так молиться, а теперь осталось мне пред тобою лишь склониться. Говорите, говорите, вся в цветах твоя могила, берегите, берегите то, что свято есть и было. Дай же силы научи быть души твоей частицей, чтобы добрые лучи всюду озаряли лица. Говорите, говорите, вся в цветах твоя могила, берегите, берегите то, что свято есть и было. Ты прости меня, отец, что нечасто мы встречались, что в терновый твой венец и мои вплелись печали, что в терновый твой венец и мои вплелись печали. Говорите, говорите, вся в цветах твоя могила, берегите, берегите то, что свято есть и было. Говорите, говорите, вся в цветах твоя могила, берегите, берегите то, что свято есть и было. Спасибо, Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Ирина Скорик, православная певица, исполнитель духовных песен и романсов, и духовное чадо протоиерея Василия Ермакова. Вот песня, которая, с которой началась, как раз она посвящена вашему духовному отцу. Да. А вот что вас вообще подвигло вот именно говорить об отце Василии вот, в передаче? Вы, что переполняет ваше сердце и как это... Вот, причина? Так, причина одна – это любовь. Это любовь своему духовному отцу. Правильно говоря, что надо после Господа Бога любить своего духовного отца. Потому что даже родители, которые я безмерно люблю, но и то вот к отцу Василию особое чувство. Потому что это чувство и какой-то святости, и совершенно абсолютного полного доверия. Потому что батюшка, он мало того, что во время своей жизни он помогал мне во всем, а что произошло после его кончины, когда он откровенно приходит во сне и говорит, что надо сделать, потому что были такие жизненные ситуации. И менялось все в жизни, и менялось к лучшему, и до сих пор не могу поверить вот этим переменам, которые происходят до сих пор.
То есть он молится за вас? Да, он молится, он молитвенник, и он сказал, что вы плачете, потому что когда уже последние месяцы он был совсем плох, он всегда говорил, что вы плачете, я когда туда уйду, вам всем будет легче. Потому что еще при своей жизни он говорил, вы возьмите мою фотографию, молитесь, я вас всех слышу. То есть это был прозорливец, батюшка, который своей молитвой просто очищал. Я знаю, что он души. На Серафимовском кладбище нес свой крест. Вот этот. Как раз были очень тяжелые времена. Да. Вот эти вот болтанка, ломки судеб. И тяжело было людям. Ну, это надо почитать о судьбе отца Василия. Очень интересная судьба. Интересная. Но я хочу вам рассказать о своей первой встрече, может быть, о последней, потому что очень знаменательная была, удивительная первая встреча. Я искала духовного отца, долго молилась, потому что я понимала, что без окормления священника сейчас нашей жизни не прожить. И, наконец-то, вдруг мне предлагают идти к какому-то отцу Василию, которого я не знала, потому что я была совершенно вне храма, не воцерковленная, только-только вступала на этот путь. И когда я пришла в храм, думаю, какой-то отец Василий, хотя ему было уже 70 лет, это был известнейший старец по всей России. Но я вообще даже не подозревала об этом. И когда... И еще до моей встречи с ним показали ему мою фотографию, кассету мою с фотографией. Он сказал, где находит? Она должна быть уже рядом со мной давно. И когда я пришла, он меня взял за руку, и мы с ним долго разговаривали, полчаса. И вот тот разговор до сих пор сбывается. То, что, все, что он сказал за эти полчаса, это был для меня такой поток информации к размышлению, что до сих пор я вижу, что батюшка был действительно прозорливец. Но это, дело даже не в этом, даже не в том, что он знал души людей, а дело в его огромной любви. Сейчас редко можно встретить священника, с которым было бы тепло. Вот к нему можно было прийти, упасть ему на грудь и просто плакать, выплакаться, он тебе как отец... погладит, то есть ощущаешь вот эту вот родную душу рядом. Тем более у меня отец рано умер, мне было 20 лет, поэтому он мне заменил полностью моего отца. А вы могли бы, чтобы перервать как бы свой рассказ и спеть еще? Ну, да, с большим удовольствием. Об отце Василии. Хочется о нем и послушать, и поговорить как можно больше, и послушать песен. Вот, кстати, песня, которая сейчас прозвучала, это песня, написанная на слова его дочери Ольги Ермаковой. Вот мы с ней совместно написали ее. А следующая песня взяла стихи на могилке отца Василия. Там часто оставляю стихи. Но когда я их прочитала, я вдруг поняла замечательные стихи, и вот я почувствовала, что будет песня. Угу. Это вот песня как раз «Встреча». И неизвестный автор? Нет, автор известен. Он подписался? Петр Кузнецов, слова. А вы видели эту Петра Кузнецова? Да, конечно, конечно. У меня это выпущен диск, посвященный отцу Василию, там также есть эта песня. Угу. Я долго ждал, открылись двери, мне не забыть его лица. Он посмотрел, забилось сердце, я понял, что нашел отца. Он говорил, глаза смеялись, и за колючей щекой плечом с плечом соединялись, и лился голос с хрипотцой. Руками крепко обнимая своих заблудших чад любя, любовью души окормляя, собрать сумел вокруг себя большую жизнь отец Василий прожил себе. Как Василий России.
исполненной красе. Спаси Господи. Я тоже несколько раз пересекался с отцом Василием. Мне его поражало. Я видел, это личность. Это личность. Это глыба, вот, которая мгновенно самую суть вот, угу, выхватывает вот, из всего этого мусора, из мишуры. И, конечно, такой... Я на каждой проскомедии вынимаю из него частицу отца Василия. Ну, расскажите еще что-нибудь вот о ваших, может быть, с ним взаимоотношениях. Как он творчество ваше поддерживал? Ой, батюшка, он очень любил пение. Очень много мы с ним говорили о моем творчестве. И вам песни показывали, да, свои? Да, я все время пела ему. Дело в том, что я часто приезжала к нему на дачу, и садились мы, чай пили, и ему пела песни. А слушал он замечательно, не так, как все. Он откидывался назад, закрывал глаза, и такое ощущение, что он спал во время песни. И когда я заканчивала, такая тишина, и вдруг он шепотом, просто тихо, еще, Ира, еще. И вот так вот... Полчаса беспрерывного пения, и он вот это слушал, и я только сейчас понимаю, что он просто отдыхал. Просто батюшка отдыхал. Очень любил он песни о деревне. Очень любил песню «Романс нищая». Я иногда приезжала с гастролей, он меня видел издалека, всегда толпа большая, и начинал петь как свои строчками там из этой песни, когда она на сцене пела, Париж в восторге был от нее. Он все время же балагурил, все время шутил. С юмором, да. С большим юмором человек. И в этом юморе заключалась его сила, потому что он не мог говорить людям правду, он все время ее скрывал, но кому надо, Господь давал. И я просто знаю случаи, когда ему задавали вопрос, он начинал песни петь. Какие-нибудь, причем песни тюремного плана, а потом оказывалось, что сын ее в тюрьме оказывался. Но он не мог сказать женщине. То есть его надо было слушать каждое слово, каждый его взгляд. Я только начинаю сейчас понимать, мы чадо отца Василия, какого вообще уровня человек рядом был с нами. Мы не знали об этом. Вместо того, чтобы... быть рядом с ним постоянно, денно и ношно, что-то там еще и роптали. Сейчас скучаете по нему, да? Да вы что? Мы первые годы, я вообще училась жить без батюшки. Это первые 3 года было невыносимо, потому что не знаешь куда. Был всегда под рукой батюшка, пришел любой вопрос. Угу. Он даже, я ему хочу сказать, а он молчи. Опять хочу сказать, молчи. И мне тихо, я все знаю. Ну, о чем говорить, если он знал ситуацию моего еще раньше, чем я к нему приехала. Приходишь домой, тишина и покой. Мне это поражало. Конечно, батюшка был молитвенником очень. Ну, у вас родился целый цикл. Простите, что я вас перебиваю. Да-да-да. Передача такая короткая, что хочется как можно... У вас цикл, да, целый родился песен. Да, посвящен целый диск отцу Василию. Mm-hmm. Буквально через год он появился, потому что надо было... Да, они какую-то, да, хотели ему там... И с большим удовольствием я спою песню, моя авторская песня, которая посвящена батюшке. «Помолись обо мне, помолись». Помолись обо мне, помолись, Божьим словом к душе прикоснись, родничком чистым к сердцу прилини, и молитвой меня живи. Родничком чистым к сердцу прилини, и молитвой меня живи.
каждого твоя, как родник, возвращает душе Божий лик, словно крылья замывающие ввысь. Помолись обо мне, помолись, словно крылья замывающие ввысь. Помолись обо мне, помолись. Нет на свете родней красивей нашей родины русской святыни. Помолись о любимой России, святый батюшка, отче Василий. Помолись о любимой России, святый батюшка, отче Василий. Перед Богом за нас предстоишь, как свеча в наших душах горишь, укрывает молитва твоя, словно белых два чистых крыла. Укрывает молитва твоя, словно белых два чистых крыла. Нет тебя, но молитва твоя вновь спасает и держит меня на волнах бурных суетных дней. И в душе стал ты ближе, родней. Помолись обо мне, Божьим словом к душе прикоснись, родничком чистым к сердцу прильни, и молитвой меня оживи. Родничком чистым к сердцу прильни, и молитвой меня оживи. Помолись обо мне, помолись, помолись обо мне, помолись, помолись обо мне, помолись. Спасибо, Господи. Я попробовал, как отец Василий, закрыл глаза и чуть не забыл, что у нас передача идет. Хорошая песня такая, вложено все свое. Да, да, потому что существо все вложили. Потеря батюшки, это было, я думала, у меня все, земля вот разверзалась. И только когда запели, как обычно, когда хоронят священников, Христос воскресе, вот эти пасхальные песнопения, вдруг такой свет появился. Вот этот свет, он до сих пор в моей душе. То есть это первый признак святости. Поменялось все, погода, то есть состояние души удивительное. Вот это вот чудо, которое произошло во время похорон батюшки, оно произошло со мной. И я потом спрашивала, это произошло со всеми. Так что, если батюшка при жизни говорил, молитесь мне, я слышу вас, а что говорить тогда, как, когда он ушел? Но он с нами, он слышит сейчас нас. Вы знаете, вот имя Василий, оно тоже у меня всю жизнь со мной.
мама у меня Васильева. Я сейчас настоятель храма святителя Василия Великого. Мама у меня родилась в день Антония Сийского. Антоний Сийский, 20 декабря, отец Василий. А я был настоятелем подворья Антония Сийского монастыря. В общем, отец Василий же родился в день Антония Сийского и Нила Столобинского. Вот. И васильки тоже мои любимые цветы. Я с детства вот насмотреться не мог на это. Вот, когда рожь, васильки да, колеблются. Да, замечательно. Можно часами смотреть, и ничего такого... Да красота. Да это такой красоты неописуемо. Вот это Россия. И, конечно, отец Василий, я вспоминаю его фотографию, вот он у березки у русской. Он на Орловщине, да, родился где-то? Да, в Болхове. Вот сейчас, слава Богу, сохранился его дом, туда приезжают отдыхать. Мы, вот чадо отца Василия, приезжаем, отдыхаем. И батюшка при своей жизни туда, вот сколько раз меня отправлял, иди, поезжай ко мне домой, отдохни. То есть, потому что там приезжаешь, а такое ощущение, что батюшка вот здесь, рядом с нами. Поэтому приглашаю всех в город Болхов. Болховская старина, да? Да, Болховская, Орловской губернии. Спойте еще что-нибудь, вот посвященное отцу Василию, есть еще песня? Да, есть еще одна из любимых моих песен на Серафимовском. Я хотела написать это ощущение, когда приходишь к нему на могилку и понимаешь, что он рядом. То есть... Вот он тебя стоит, обнимает. И вот это ощущение, оно, мне кажется, есть в этой песне. Она Серафимовском. Вновь иду, взывая к Божьей милости, и печаль моя, как день светла, в храме у креста на Серафимовском помяну духовного отца. В радости, в печали или в ненастии повторяю мысленно слова: Боже, помяни в небесном царстве нашего духовного отца. Слышу я, как с дальней колоколенки льются в душу звуки без конца и ложатся тихо, словно голуби у подножья Отчего креста. С любовью в сердце заберегу, все веряя промыслу Творца. Пред крестом склоняю тихо голову под благословение Отца. Очи укрепи в духу битве, и благословением своим по твоей отеческой молитве в православной вере устоим. А на Серафимовском у батюшки почивает Божья благодать, и смиренно России матушке молится незримо Божья мать. Тихо бьются звуки слова на голуби по великой милости Творца. Пред крестом склоняю тихо голову под
благословение Отца. Пред крестом склоняю тихо голову под благословение Отца. Прости, Господи. Вот Божья милость мне так Господь устроил, что я могу слушать вживую людей, исполнителей. Это никакая не диск, не пластинка, а вот непосредственно. Так что приходите на концерты Ирины Скорик. Хотел сказать, что она не только исполнитель вот духовных песнопений, а автор и поэт, и исполнитель романсов. Она еще художественный руководитель фестиваля. Хотел еще раз напомнить, потому что передача уже вторая у нас. Ага. Первую передачу, может, уже там кто-то не посмотрел. Так что пригласите вот на фестиваль. Да, я с большим удовольствием приглашаю вас на фестиваль «Невские купола», фестиваль международной православной духовной песни с 5 по 8 ноября. И хочу пригласить на свой сольный концерт, который будет 28 ноября. Это, кстати, день рождения моего отца, папа моего. Где это будет? Это будет в Свято-Духовском центре Александра Невской лавры. И, по всей вероятности, это будет презентация моего нового диска, который посвящен моей родине, Карелии, родные берега. Спасибо, Господи. И, конечно же, мы просим молитв о упокоении Рва Божия протерея, да, Василия Ермакова. На этом передача наша закончена. Божьей всем помощи, ангел-хранителя. С нами была Ирина Скорик. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.